процветал дальше. Ну и так как он становится все знаменитее и знаменитее, вот, чтобы все-таки иногда задумывался все-таки о своей безопасности. Потому что я вижу, телохранителей у тебя нету. Хотя в будущем может быть и понадобится. Максик сидит. Да, ребят. Может быть, может быть. Зелла, привет. Может быть, Зелла, привет. Советами, если тебе понадобится, помогу. Да, ребят, привет, привет, всем здорово. Перископчик. Все, спасибо. Дайте пожму руку. Спасибо. Было приятно. Welcome. Ребята, много сегодня наговорили, контента наделали. Да. 4 канала, наверное. Да. Скорость, знаешь, возмутительно сегодня. Как? Все в порядке? Да, все нормально. Можешь сейчас сфотаться? Давай, и мне фоточку, пожалуйста. Короче, ребят, записали интервью с Дмитрием Лариным. Оно выйдет отдельным роликом, в влоге его не будет, то есть, ну, как бы будет отдельно. Там были результаты Versus, короче, то, что было вчера. Да. Вот, сегодня еще тоже у нас много дел разных всяких, да? У нас еще встреча сегодня там с подписчиками здесь, в Питере. Да? 4 часа, Лахтинская, 16. Хочешь, приходи, если время будет. А что там за пространство? Барчик какой-то, Corner Pub. Corner Pub. Да. Там, кстати, да, там нормально, позитивненько будет. Нифига будет. Это какая станция метро? Чкаловская какая-то, да? А мы сейчас туда поедем, можешь или у тебя? Не-не, я сейчас к оператору иду. Мы будем обсуждать один ролик. Добро. Вот тоже хочу сказать Диме спасибо, то, что нашел время, ну, как бы, пришел, потому что, ну, понятно, там съемки, все остальное. Версус был, уже нет, ребят, Версус перенесли на 6-й, да? Да. На 6-й. Все в ролике у меня узнаете, а? Перископ? Да. Все соцсети задействованы. Давай, если что, письмо мне не носил. Давай, давай. Все, давай, жизненно, как бы, непринужденная обстановка, понимаешь? Ага. Все. Со мной я прошу это именно вот так вот, как боец. Ну я какой-то боец. Ну, тогда выключай перископ. Начинаешь. Как? Выключай перископ. Выключай. Ладно, ребят, все, короче. Продолжение следует, скоро увидимся. Давайте.